Расскажите, каким творчеством занимаетесь? Что поете? Ой. Что исполняете? Слушай, это вопрос сложный. Рокеры говорят, что я не рокер. Барды говорят, что я не бард. Вот. Шансон говорит, что я не шансон. В общем, что написал, то и пою. Короче, автор-исполнитель в моем понимании, это сам написал и сам спел. Ну, в моем понимании. И один мой хороший, очень хороший друг, давно-давно уже сказал, лет так 10 назад, сказал, слушай, у тебя хорошие дворовые песни. Я сначала обиделся, но ключевое слово «хорошие», значит, в принципе, они уже хорошие. Пускай будут дворовые песни. Меня зовут Александр Сагазянов. Я из города Серпухова. Пытаясь мысли оседлать и сформулировать почетче, рифмую на бумаге строчки, стараюсь красоту придать. Чем дальше входите вы в лес, тем партизаны толще и лохмачи. А если вглубь копнуть, тем паче, тебя закружит карусель словес. Добавим к этим строкам неизлезьте. Семи волшебных нот окраску, дрожат голосовые связки. На божий свет явилась песня. Я всегда начинаю свои концерты с песни, которая называется «Я не буду стучаться», на стихи моего хорошего друга с города Бобров Сергея Соколова. Стучаться в чужие сердца я войду сам без стука, в раскрытые настежь я же вижу, вы ждали меня у крыльца, вот и встретились, милые, здравствуйте, натежь, забирайте скорее все, что есть у меня. Подошло-то лишь только оно по размеру, и спешил я к вам эту надежду храня, и, конечно, любовь, и, конечно же, веру, подойдет, выбирай, ведь блокнот мой не пуст, примеряй. Будет в самую пору этот залитый солнцем сиреневый куст, и лошадка, бредущая медленно в гору, излучена летом из литой реки. Первый снег, но уже перепахан нам поле, матерящиеся на коров пастухи, и селедка с картошкой в горчичном рассоле, и плывущий под парусом старый баркас. Этот скарб не одним поколением нажит, это здесь и вокруг, и, конечно же, в нас. Собирайте скорей, не мое это ваше, я не буду стучаться в чужие сердца. Я войду сам без стука в раскрытые настежь, я же вижу, вы ждали меня у крыльца. Вот и встретились, милые, здравствуйте, натежь. Родился в городе Серпухов, 17 лет поступил в военный институт наш Серпуховский, 2,5 года там отучился, 90-е годы, вот, бросил все это безнадежное дело, отслужил в армии и пошел работать водителем, дальнобойщиком. И вот с 2003 года работаю дальнобойщиком по сегодняшний день. Время свободного много. В машине, в фуре один, жена дома, в машине одному скучно. Чтобы время зря не пропадало, вожу с собой гитару, пишу песни. Позвал, говорит, Сироткин, свой пару песен. Хочу вам показать несколько песен, написано вот прям последние в этом году. Ты ждешь, как чудо, этих встреч целый год. Бог весть откуда. Все вместе просидим до утра.
мы дружбу бережно несем сквозь года, хотя и в разных городах. Значит, а струны сердца больше не звучат.
Большое спасибо Александру Сабердзянову и его друзьям, которые сегодня сделали такой прекрасный вечер. Побольше бы таких вечеров. Мы для этого сделаем все, что от нас зависит. Приложим максимум усилий. Дай Бог развитию авторской песни. Не скажу, что клубу самодеятельной авторской песни. Но я считаю, что это авторская песня. Человек сочиняет сам свои песни, играет сам на своей гитаре, делает сам свою музыку. И в этом весь кайф. Прекрасный вечер. Я, честно говоря, не ожидал, что будет такой выхлоп. Спасибо большое. Вот, собственно, и все, что хотел сказать. Был замечательный, отличная публика, потрясающая энергетика, атмосфера, выступление, вот это вот чувство, как будто ты снова в походе, как будто ты на КСП на каком-то. Вот эти песни, которые берут за душу. Вспоминаешь вот эти времена, когда ты смог спокойно на природе наслаждаться пением птиц, гитарой. Вообще классно. Мне все понравилось. Спасибо, ребята, за выступление.